несколько минут начнется военно-историческая реконструкция, посвященная подвигу Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова. Данное мероприятие было организовано двумя клубами военно-исторической реконструкции города Мурманска. Это группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», руководителем которого является ваш покорный слуга. И военно-исторический клуб «Заполярный рубеж», председатель которого Олег Владимирович Переверзев, сейчас занимается установкой имитационного заряда, который будет имитировать подрыв гранатой Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова. Анатолий Бредов и Никита Ашурков. Вечная слава Паше героям. На БМ! Три! На БМ! Реконструкция закончена!